расскажите вы сами, научились, я тоже хочу попробовать заняться этим. Да, это все, все плоды, которые мы на канале делаем, все плоды трудов. Это просто немного практики, и все, всему научитесь. Катаем шарик, стараемся, чтобы всяких заломов. Слегка мы его укатываем. Вот такой получается у нас. И теперь визуально делим нашу голову пополам, но не по центру, а как бы занижаем линию глаз, то есть чуть ниже центра. Теперь делаем глазки, как бы двумя пальчиками делаем такие, как зажимчики, небольшие. Просто нам нужен оттиск для наших глазок. Вот так. Все. То есть носа какого-то там как такового нет. То есть просто делаем вот такой зажимчик. Это будет наши. Наши глазики здесь будут. Вот так. Берем мастику белого цвета и приклеиваем глазки. Кусочки берем такие не сильно большие. Стараемся, чтобы они были у нас с одинакового размера. Чтобы наши глазки были одинаковые. И теперь делаем глазки. Вот этот кусочек аккуратненько растягиваем. Так, скатали вот такой жгутик. Делаем мы
нашему этому жучку реснички. Клеем проходим или водичкой по кантику. Вот так вот аккуратненько отрезаем. Получается у нас вот такая вот стрелочка. Не знаю, как еще сказать. Ресничка. Просто вот смочила кисточку в водичке и растягиваю с краев, тяну краску в центр, растягиваем цвет. Это вот один из, вот как если рисовать акварелью, один из приемов в акварели, растягивать цвет. Так вот нарисовала черным и смотрю, надо еще подтемнить наши глазки. Теперь мне кажется, недостаточно тут темноты. Немножечко подтемню. Сверху помним, да, чтобы наши глазки казались более глубокими, чтобы вот, как говорят, твои глаза как море, да. То есть вот эту глубину задать нам нужно, чтобы часть глазиков у нас была более светлая, одна, а другая часть более темная. Я вот еще тут светлым цветом тоже пройдусь немножко.